от вашего отца. Конечно, вот оказывается, почему он был глуховат на левое ухо. Может, для начала попробуйте нашу пасту? У нас есть спагеттини, спагеттони, макароны, каннеллони, ригатони, тортеллини, феттучини, тагнолини, букатини, магнолоти, бомболоти, капеллоти, крозетти, фиокетти, тренетти, паппарделле, тагliatelle, вермиш. Скажите, что они обычно ели? Немного ньотти, равиоли и зеленой лапши для цвета. Прекрасно. Что же касается вина, они всегда заказывали бланку Лелла 1961 года с макаронами и карбо деля сапорукта с главным блюдом. У них были какие-то любимые блюда? Конечно. Я взял на себя смелость заказать утку а-ля оранж на двоих. Отлично. Только не мне. Я принесла ужин с собой.